Всем привет, меня зовут Злата, вы на моем YouTube-канале кулинарном. Итак, сегодня приготовим с вами гречку, но не простую. По специальному рецепту. Такую гречку вы еще не ели. Попробуйте так приготовить. Будете готовить так всегда. Этому рецепту научила меня моя мама. Мамулечка, привет. Так, смотрите, берем кастрюльку. Кусочек туда сливочного масла бросаем. Нужно немножко растопиться. Суть вся в том, что гречку мы будем с вами обжаривать. Таким образом она раскроет все свои вкусовые качества. Так, теперь можно добавлять гречечку. Должна ее хорошенечко обжарить, минутки 3, и потом продолжим. Ну что, гречку мы 3 минутки обжарили, сейчас мы немножечко ее посолим. И дальше что нам нужно? Нам нужно, так как мы брали одну вот такую чашку гречки, нам нужно 3 таких стаканчика. Аккуратно, чтобы не обжечься. Третий. Все, 3 чашечки такие мы залили. Сейчас ставим на самый-самый маленький огонь. Накрываем крышкой. И готовим до готовности. Вот такая у нас получилась каша. Очень вкусная, гречневая. Радуйте своих близких. Приятного всем аппетита.